Сегодня Центр занятости готов предложить людям с ограниченными возможностями здоровья более 150 вакансий. Узнать о них можно как через интерактивный портал, так и непосредственно в центре. А чтобы предоставить максимально полную информацию, здесь проводят ярмарки вакансий. Мы проводим ярмарки не только для большого количества организаций, но также и моноярмарки, то есть для одной конкретной организации. У нас есть уже такой опыт. Мини-ярмарки, когда могут принимать 2, 3, 4, 5 организаций. И, конечно же, два раза в год обязательно крупные ярмарки вакансий, где более 40 предприятий представлены на нашей ярмарке. Алиса уже закончила университет по специальности преподаватель иностранных языков. Ее мечта – работать в школе. На ярмарку ей посоветовали прийти родители. Увидели объявление в газете. Эта организация очень эффективна уже. Она показала высокие результаты в помощи работы и тому подобное. И мы видим большие результаты. По словам работодателей, ярмарка вакансий удобна тем, что здесь можно сразу пройти собеседование. При себе нужно иметь только паспорт, а также рекомендации для индивидуальной программы. Университеты также сотрудничают с центром. Они проводят дистанционное обучение. Есть возможность развиваться, и мы предоставляем такую возможность людям. И я считаю, что это очень здорово, что люди могут развиваться, что им дается такая возможность. А нужно пользоваться и учиться. Сейчас в Анапе трудоустроено более 800 человек с ограниченными возможностями здоровья. По статистике, каждый второй посетитель ярмарки находит занятия по душе. Это один из лучших показателей в крае.